Я нахожусь на рынке в Сиэтле. Здесь продается все: продукты, цветы, сувениры. Бесподобные цветы. Вот и множество всяких сувениров. Это центр города, Первая Авеню. Бременские музыканты. Я сейчас зашел в ту часть, где продаются всякие вещи, всякие сувениры. В основном это местного производства. Бижутерия разная. Вот, смотрите, на чем делают деньги. На камнях. Камушки с надписями. Красивые кружки. Вот. Барышня рисует и сразу продает. Так, выходим на улицу. День сегодня превосходный. Как я уже говорил, этот рынок находится на Первой Авеню. Вот всякие поделочки здесь продают. И вот залив. Рядышком совершенно. Вот стекляшки разные. Цветное стекло. Металлические изделия. Здесь, как всегда, развлечения. Кто-то поет, кто-то торгует, кто-то гуляет. Is that a real fish? No. Watch out. Take a look at this one. Is that a real fish? Наша знаменитая свинья. Копилочка. Туда бросают денежку. Кто хочет. Хрю-хрю. Дикий салмон. Крабы. Ноги. От больших крабов. Вот. Прямо на улице играют музыканты. И вот, ребята, кто будет в центре Сиэтла на Public Market, здесь есть русские пирожки. Они уже очень много лет здесь находятся. Очень много. Я думаю, что где-то лет 15, как они открылись. Здесь всегда очередь. В
народ любит пирожки. Вот меню. Бесплатная реклама, смотрите. Вот. В 92-м году они открылись. Семейный бизнес. Cool.